Всем привет! Мы едем в Питер. Всем привет! Мы приехали в Санкт-Петербург. Дорога Ярославль-Питер – это 850 километров примерно, и ехали мы чуть больше 12 часов. Вчера вечером мы приехали и заселились. Сейчас я вам покажу обзор квартиры и наш вчерашний вечер. Вот так выглядит наш дом снаружи. Такой вот райончик, такие домики рядышком. Детская площадка. Стильно, модно, молодежно. Показываю рум-тур квартирки. За моей спиной входная дверь. Это студия. Здесь туалет, ванная. И комната, кухонная зона. Сейчас покажу более детально. При входе вешалка. Такой шкафчик, можно повесить вещи. Здесь напротив зеркальце. Туалет, ванную покажу чуть позже. И главная красота. Очень красивый интерьер, такие цвета, фактуры. Давайте начнем с кухонной зоны. Довольно-таки широкая, красиво оформлена. Декор. И красиво. О, бокальчики есть, классно. Красиво все сделано. Нравится, когда фактуры разные, сочетание цветов. Похожую плиточку я уже видела. И вот здесь такая зона спальная. Пледик такой. Подушки, посмотрите, какие, да, яркие. Классно. И опять-таки, да, цвета, декор, полочки. Освещение очень много разных видов. Разные зональности. И напротив телевизор, столик, стол, часы. И здесь балкончик, я еще не выходила. Сейчас посмотрим. Очень классная плитка. Ага, он застеклен. Вау, можно посидеть здесь. Вот так вообще красота. И у нас получается вот напротив дома. Это внутренний двор. И пройдемте в ванную. В ванной меньше освещения, чем в других комнатах. Я бы еще добавила по контуру хотя бы. Стиральная машинка, раковина, душевая кабинка, унитаз. Тоже очень красиво. Всякие элементы декора, полотенышки. О, даже есть ватные палочки, диски. Шампунь, гель для душа, фен. На ужин мы заказали еду. Два супчика. Это должен быть цветная капуста. Но выглядит он по-другому. На провод Оль нам вообще доставили. У Саши грибной. У Саши такие роллы, по-моему, с сосиской, да, веганской. А у меня овощные роллы, напиточки у нас будут. И будем сейчас смотреть фильм, досматривать. Вчера не успели. И вот так будем проводить вечер. Мы приехали в Питер на 4 дня. 2 дня в самом городе и 2 дня за городом. Сейчас мы идем на завтрак, будем включать, у нас годовщина. И все детали видео я расскажу позже. Ну что, мы собрались. Выходим сегодня. Самый жаркий день по прогнозу. Поэтому мы налегке. Перемещаться будем на метро, либо на каршеринге, может, разок. Идем на завтрак. Тут у нас на районе спортивная площадка. Все так красивенько. Стильный райончик. Время почти 9 утра. Пока что прохладненько, но будет теплее. Приехали в центр. Уи! Ищем место для завтрака. Идем в Буше.
Вообще, мы раньше много раз бывали в Питере и город знаем, поэтому сейчас приехали без какого-то четкого конкретного плана посетить вот это и это. Мы просто хотим поймать атмосферу города. Последний раз я была здесь в 2015 году, поэтому город явно изменился, обновился, освежился. И именно это мы хотим здесь поймать, почувствовать. Мы пришли на остров Новая Голландия. Здесь тут яблони. Так красиво падают лепестки. Кайф. Ого, здесь что-то будут делать. Смотрите, здесь как красиво. И пахнет классно. Изначально это место использовалось для нужд адмиралтейства. Но после, конечно, переживало много переформирований. Сейчас оно восстановлено как памятник архитектуры и сделано как многофункциональный такой центр, комплекс для жителей города, для гостей города. Так что здесь очень интересно, много разных зон. И сейчас мы здесь прогуляемся. Оказывается, это газончик пока прикрыт. Потом можно будет здесь отдыхать, и вон сцена. Обошли уже несколько мест, я ищу горячий шоколад, везде просто какао. Я люблю густой именно напиток. Последняя надежда, если нет, то берем, что есть. Здесь так интересно проходишь вот по этому кругу, и здесь разные кафе и заведения. И вот, например, план первого этажа по кругу. Смотрим, изучаем. Кирпич прикольный. Такие конструкции. А здесь уже облицовка идет такая. Кирпич закрыт. Радио. Новая Голландия. Магазин винила. Пока закрыто. Куча разных магазинчиков, разных вообще направлений, но все с 12. Когда я работала в журнале, «Монокль» был моим любимым, потому что я смотрела там верстку, какие-то идеи находила вообще. Обожала этот журнал. У нас он был в библиотеке, и главный редактор приносил журнал. В общем, это вдохновение. Обожала его. Дождались 12 часов, заходим в разные места.
сейчас поедем на этом кораблике. Здесь есть несколько экскурсий. Мы сейчас поедем вот здесь вот, по такому маршруту. 1:20. Нам билет обошелся на каждого в 1300 рублей, но я видела в интернете варианты и от 700, просто мы не искали, а взяли первый попавшийся вариант. По ходу экскурсии озвучивается историческая справка, и это, конечно, очень расширяет понимание, представление о городе. И, конечно, иногда мы не слушали экскурсию, а просто любовались архитектурой, улочками, какими-то деталями и просто наслаждались самой прогулкой. Сначала я не хотела тратить на это 1.5 часа, но потом я поняла, что если пройти все это пешком, то это бы заняло гораздо больше времени. И, конечно, это такой необычный способ увидеть город с воды с другого ракурса. Мы высадились на берег и сейчас идем на обед. В общем, здесь набираешь какой-то формат, какую-то еду, и потом ее либо в вок, либо в супчик. Саша уже был, да, мастер? Набираем ингредиенты, в общем. Вот что набрала я, разного всякого, и Саша. Что-то будем делать из этого супчик. Вот, то есть либо бульон, либо лапша. Здесь еще мясные ассортимент, лапша, грибы. Здесь овощи всякие разные, зелень, спаржа, соя. И в конце еще будем добавочки вот эти сделать. Вот что получилось у Саши и у меня. Будем пробовать. Очень вкусно пообедали. Огромные порции. У меня было сколько? 600 грамм тебе было? 500. 500 грамм. И сейчас мы идем за сладеньким. Я думаю, какую-нибудь мороженку можно взять. Или необычный десерт. Набрели на какое-то интересное местечко. Опять какой-то комплекс. Где много всего. Магазинчики, кафешки. Афиши. Сейчас будем исследовать.
пришли в фотобудку. Сейчас будем фоткаться. Ой, господи, ругаемся. Как смотрите? Отсылайся. Злотно? Я не поняла, это сейчас он вот так-то. Все, на меня этот, уплати голову. Второй затупили. О, подвах, если бы была бы подвах экземпляра. В общем, последняя эпичная. Вторую мы запороли. Но круто. Мы пришли на Дворцовую площадь. На днях здесь будет День города. Как и День города Ярославля. Здесь вся подготовка идет. На улице начался дождь. Обещали без дождя, мы не взяли зонтик с собой и забежали в книжный подождать, пока пройдет дождь. Зашли в музей. А, не про фильм ты говоришь? Идем в кафе, ресторан. Мы женаты? Или мы женаты? Посмотрим, что там. Мы очень долго ходили по центру, смотрели, конечно, улочки, но искали место для ужина или просто посидеть, и наконец-то нашли. Заходили в очень много мест. С одной стороны, здорово посмотрели интерьеры, меню, и просто погрузились в атмосферу. Ну, мы вот наконец-то нашли, и сейчас будем ужинать. Сегодня домой? Да. Очень классно проехать. С музычкой. Видео вышло длиннее, чем я ожидала, поэтому я его разделила на части. В следующем влоге будут классные креативные пространства, фудкорты, крыши и интересные мелочи.
Всем спасибо за просмотр, а за подписку и комментарий отдельная большая теплая благодарность. Всем добра и до новых встреч. Пока-пока. Едем домой? Я зря поправляю волосы. Классный профиль, такси бизнес. Едем домой в лифт. Ты прерываешь мои речи. Не упади в канал! Не упади в канал! В канал? Не упади в канал!